В арзамасских больницах пациентов лечат в коридорах. Больные лежат в коридорах. Ни палат, ни обслуживающего персонала, никто ничего не знает, где должен находиться человек. Спят люди на лавках. Больных сейчас много, и старых, и молодых. А места нет, вы понимаете? А все, лежим немножко в коридоре. То денек, то ночь, там, когда как. Они так стараются нас куда-то запихать, лечиться. Это не скамейки, это топчаны. Это ненормально. Но если пациенты поступают, им нужно оказывать помощь, мы должны оказывать помощь там, где, так сказать, это возможно. Почему больницы переполнены? Об этом и не только сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.